Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть Moment of Silence. В прошлой серии мы разнесли кое-какую халабуду к херам, как говорится, и сейчас мы сидим вот в этом вот дирижабле, я не знаю, что нам делать. Ну, давайте тогда пробовать вводить, там у нас координаты какие-то есть. Что делать-то? Хер пойми, ничего невозможно делать, только выйти отсюда. Да тоже не пойдет. Ничего не понимаю. Назад. Шпарим тогда. Куда-то летим. Понятия не имею, как отключить эти штуки. Будем надеяться. Тебе не похеру. Нам бы взлететь как-нибудь. Как взлететь-то? А, хотя мы ж по идее уже взлетели. Судя по ролику. Это задняя заслонка. Не могу открыть. Так, еще какая-то заслонка. Клоси опен. Давай-ка опен. Валим нафиг. Я не знаю, правда, куда. 6 октября. Ну, можно было, собственно, на этом, наверное, закончить. А, это мы типа спрятались. Такой прилетает, такой одинокий дирижабль. Вообще без никого совершенно. Все-таки бегут. Я тебе же дирижабль прибежал. Чувак решил отморозиться здесь. Они уже знают, что здесь мистер Райт. Какие нахер глупости? Черт, куда подевался этот ублюдок? Пошел за пивком. Неужели они такие тупые, что не проверят все места, где можно спрятаться? Нет, не тупые. Мостик P-17. Его нигде нет, сэр. Ай, решили, ну его нафиг. Не открывается, так и не открывается. Ну его. Типа не ясно, что он там держит, сидит. Ой, уже эти солдафоны. Надо было сделать вид, что типа уходим. Потом, опа! Взяли такие, появились. Типа камеры там не увидели, что он пришел, вышел. Меня зовут Энди Томпсон. А, не палимся так, без палива идем. Нью-Йорк. Правительственный исследовательский центр был вчера взорван террористами. Основной подозреваемый – проектировщик линии связи из Нью-Йорка. Вот так вот. Спокойная жизнь закончилась. Опять же, не палимся совершенно. И что ты-то, поедешь? Чей-то коммуникатор. Кто-то потерял. Нормас. Типа повезло. Где вы такое везение-то видели? Еще домой пойдем? Что там, хотите сказать, что никакой засады не будет дома? Ага, вот она. Нью-Йорк, пиди! Так, Бобик тут. Решили, что ну его нахер, поедем мы отсюда куда-нибудь подальше. О, правильно, к деду. Едем к деду. Тупача. Надо же, кто пришел. Наш дорогой мистер Райт. Как мило, что вы присоединились к нам. Да я вообще мимо проходил, я не собирался тут. Опа, Питер, за свет, дедом Пативен уже приехал. Заткнись и шевелись. Такой. Да, мистер Райт, и вы тоже идете с нами. Да не, я об это. Сейчас. Я тут мимо проходил на вечеринку, совсем мне не хотелось. Вот суки. Повязали козлы позорные, волки позорные, точнее, козлы-то не вяжут. Пригни голову, как говорится. Эй, начальник, ослабь. Это... Наручники-то, а то руки-то затекают, а? Охереть, вот это да. И куда меня сейчас? У турму завезут. Это море такое.
хера. О, это же Алькатрас. Турма на острове. Здрасте, такой выходит. Все рады видеть, такие: эй, Питер Райт, привет! Что-то у него на глазах там за херня. Я не понял. Добро пожаловать на комендантский остров. Круто, спасибо. Вот это я понимаю, гостеприимный. Черт возьми, теперь у меня большие проблемы. Надо убираться отсюда как можно быстрее. Меня интересует, что у него там на глазах было, к это говно. Так, что это? О, заключенный 1478, Райт Питер. Зачитываю права. А давай, трави. Первое. Ой, блин, я прям не хочу поговорить с адвокатом. Заткнись! Три правила, Райт. Правило первое. У тебя есть право не открывать свой рот, пока тебя не спросили. Отлично, спасибо. Правило второе. Ты должен стоять у противоположной от входа в камеру стены, когда говоришь с надзирателем. Да пошел. И третье правило. Ты обязан обращаться к надзирателю, сэр. Не сер, не хер ты мне, пес поганый. Понятно, Райт? Да, все понятно. Да, все понятно, сэр. Да, все понятно, сэр. Я хочу поговорить с адвокатом, сэр. Правило номер один. Каково правило номер один, Райт? У меня есть право молчать, пока меня не спросят о чем-нибудь. Сэр! Сэр. Так выполняй! Сегодня ты должен пройти через еще одну процедуру. Предписание Z-12. Что-то через зад пройти, что-то там мне хотят. Z-12. Других планов на этот замечательный день нет? Да, сейчас собирался пойти домой поспать. Отлично, Рай. Спасибо за сотрудничество. Ты примерный заключенный. И в качестве взаимности, раз ты такой приятный парень, я тебе порекомендую предварительно сходить в туалет, чтобы ты не сконфузился. Ну ясно, что что-то... Зад 12 явно что-то через зад делается. Блин. Заткнись! Зачитывание прав завершено! Что ты рюшащий? Пес. Хера себе, пришел, наорал. Еще раз... 1478, Райт. Я офигею. Не успел тут поддохнуть на шконке посидеть. Мой славный коллега покажет тебе, куда идти. Да, и срал я на него, на вашего этого коллегу. Правило номер один, Райт. Держи пасть закрытой. Окей. Сам уберите держи. Его. Тут гавкает здесь. Пришли мне открытку, Райт. Ну идиот же. Самый настоящий. Открыть камеру 112. Z12, 112. Что-то вы зачистили с ними 12. Быстро. Ну, это более вежливый, наверное. Но он много, наверное, не разговаривает. За него разговаривает вот этот автомат. Что одни видосы нам сегодня показывают, да? О, вежливость, да, так и прет. В туалет-то не дали сходить, суки. Здравствуйте, доктор. Что это? Зубы мне лечить решил? Не-не-не, не надо, у меня зубы в порядке. Чувак, я говорю, зубы у меня в порядке. Засунь себе это в задницу. О, господи. Что это? Господи. Проклятые ублюдки. Проклятые ублюдки. Добро пожаловать обратно. Надеюсь, скоро у тебя заболит. Болит. Было бы жаль, потому что у нас совсем не осталось обезболивающего. У моего коллеги такие мигрени, знаешь? Что? Что они со мной сделали? Там, сэр. А, тебе не понравилось? А некоторые просто в восторге. Окей, Райт. 14... Зубы полечили явно. Права, часть 2. Психотеррористы вроде тебя. Следовало бы поджарить на вертеле, но это, к сожалению, только мое мнение. Я обязан разрешать тебе выходить во двор, если ты будешь нормально себя вести. Так что сделай одолжение. Пытайся выломать решетку и ори как бешеный, чтобы мы могли хорошенько отпинать тебя вместо этого. Окей. Как насчет адвоката, сэр? Забудь про это.
Хотя ты наверняка встретишь какого-нибудь в душевой. Главное за мылом не нагибаться. Правило номер один в душевой. Завершена! Хорошо, тогда еще раз, окей? На выход, Райт. Проверка камеры. Окей. Проверяй. Что я нихера не понял, зачем он положил свою фуражечку. Положил свой головной убор на кровать. Не стоит. Если я сейчас заберу ее, у меня будут неприятности. У него швы на голове какие-то, гляньте. Не, ну это вроде парень нормально выглядит. Успокойся! Дыши! Ты слышишь меня? Это была дверь! Просто дверь! Что с ним? О, господи! Подышал что-то так, сантехника. Ну-ка, чё у нас? А, давайте, как в фильме «Побег», там эту открутим и там будем проламывать дырку. Так, ну... А, ну, в принципе, я, наверное, погадил перед выходом, так что все нормально. Так, нары. Деревянная кровать. Жесткая, как камень. Да. Приткнуть зад можно. Верхние камеры закрыты. Если я не ошибаюсь, сейчас откроются камеры на моем этаже. А чё, аж тогда выйти мог? Не сейчас. Офицер, сэр? У тебя проблемы, Рай? В чем дело? Что не так? Может, матрас недостаточно мягкий для твоей террористической задницы? Да. Можно задать вам вопрос, сэр? Должно быть, сегодня у тебя счастливый день, Рай. Я неплохо повеселился в корпусе у Дей. С кем? Так что я не прочь немного поболтать с ублюдком вроде тебя. Так, можно поболтать с этим ублюдком. Так, что-то у меня пропал курсорец. Это печально. Ну ладно, давайте пытаться хотя бы так. У меня вопрос про тюремный распорядок, сэр. Ну так задавай его, пока я не передумал. Так, курсор у жопа, короче, ну ладно. Когда прогулка во дворе, сэр? Долго-долго сейчас будем базарить, наверное. Когда прогулка во дворе, сэр? Когда я решу, что пора, неудачник. Иначе каждые два часа. Но я предупреждаю, Райт. Одно резкое движение, и ты останешься заперт или отправишься прямо в У-9. А я бы советовал тебе не спешить. Ты и так туда достаточно скоро попадешь. Ясно. Нам полагается много времени во дворе, сэр. Что такое? Отфильтрованный воздух в камере тебя не устраивает? Ты можешь задрать голову и попробовать вдохнуть свежий воздух на прогулке. Не забудь проверить. Что бывает, если кто-то подходит близко к стене? Что будет тогда, сэр? Пусть это будет маленьким сюрпризом. Проверим обязательно, спасибо. Что находится в крыле У-9, сэр? В подвале наш миленький зверинец для особо послушных заключенных. Мы хорошо проводим там время. Правда, правда. Может быть, вам кое-что слышно? Ну, я тоже туда хочу сходить, хорошо время провести. А наши коллеги из госбезопасности действительно изобретательны. Кто знает, может и тебе повезет встретиться с агентом 763. Отлично, я считаю. Это очень интересно. Меня это интересует. У него всегда с собой набор инструментов. О, инструменты. Супер, супер, я сам люблю там посверлить, там помастерить что-нибудь. Я выхожу из комнаты, когда он достает ее. Чего? Вы пытаете заключенных? Сэр! Сэр! Мы допрашиваем заключенных, Райт! Пытки применялись только при тоталитаризме. А насколько я знаю, последний такой режим закончился кровавым восстанием. Ну-ка, ну-ка, это интересно. 2028. Я понял, сэр. Это в какой стране, интересно? Где мы находимся? Что это за тюрьма, сэр? Ты не знал этого, Райт? Бог мой! Ты даже глупее, чем я думал! Ты в государственной исправительной колонии на Комендантском острове! Что, этой информации нет в карманном руководстве террористов? Нету. С делом на доследование. Это значит, есть шанс, что меня выпустят или переведут в другую тюрьму? Я бы не надеялся, Райт. Те немногие, кто отсюда выбираются, делают это в полиэтиленовых пакетах. Это не слишком тебя огорчило? Да не, нормально. Это незаконно.
Эта тюрьма вся вне закона, сэр. Вне закона? Только ты здесь вне закона, Райт! А эта тюрьма должна заниматься ребятами вроде тебя. И мы займемся тобой, я обещаю. Ты далеко не первый, кто оказался здесь с такими идеями. Хорошо. У меня есть... По поводу моего ареста, сэр. За что я здесь, сэр? Это хороший вопрос, Райт. Правда хороший? За что ты здесь? Ну, я полагаю, ты ограбил автомат, продающий животную резину. Было дело, было, да, признаю. Вы вообще собираетесь сообщить, что вменяется мне в вину? Где обвинительный акт? Отчет полиции? Ну, хоть что-нибудь, сэр. Обвинительный акт. Ну, ты юморист, Райт. То есть вы тоже не знаете, сэр? Ты пытаешься шутить, Райт? Я не знаю, и мне нет никакого дела до этого. В твоем ордере на арест есть отметка Т, как в слове террорист, и отметка ПГБ, то есть положение о государственной безопасности. Этого было достаточно для всех, и будет достаточно для тебя. Если у тебя проблемы с памятью, не волнуйся, агент 768 хорошо лечит амнезию. Ну, я к нему обязательно. Я бы хотел поговорить Попаду. С адвокатом. Где я могу это сделать, сэр? Адвокат? Что, твоего адвоката забыли предупредить? Ну. Подожди, сейчас я принесу тебе коммуникатор. Правда? Это первая хорошая новость, которую я... Где ты, по-твоему, находишься, Райт? Единственный юрист здесь — государственный обвинитель. Чё так? И он лишь подписывает ордеры на арест. Но... Как я смогу защитить себя? Да никак. Если ты будешь говорить, когда агент 768 будет тебя допрашивать, это закончится гораздо быстрее. Круто. Сколько времени я проведу здесь, сэр? Это зависит от того, у него смех такой заводной. Продержится твой товарищ в У-9. Он крепкий парень. Этого нельзя не признать. Про деда, что ли? Но я думаю, мы его уже почти сломали. Потом твоя очередь, и мы посмотрим, сколько может протянуть слабак вроде тебя, да? Мой товарищ? Кто бы это мог быть? И сколько он уже здесь провел? Буквально пару дней. Но знаешь, ребята из госбезопасности обычно справляются... А, это они про этого чувака, так, наверное, про соседа. Интересно, сколько я здесь проведу, сэр. А может быть, и дольше. Что такое процедура Z-12? И что эти ребята сделали со мной? Милые ребята, правда? Знаешь, многие говорят, что доктор Трич немного не в себе, потому что он не пользуется анестезией. Но лично мне это нравится. Этот хруст, с которым снимается коронка зуба, а затем звук бора, врезающегося в оголенный нерв. Это просто музыка. Я записал диск. Его лучшая операция... У тебя голос, как у профессора Лебединского, который там... Я убью тебя, лодочную! Нет, такого голоса нету, блин, я не могу. Да что я тебе рассказываю? Ты же там был! И чего вы хотите добиться этой извращенной жестокостью, сэр? Давай назовем это превентивной мерой. Мы хотим для вас только хорошего... Конечно, я верю. Мы не хотим, чтобы с тобой что-нибудь случилось, прежде чем мы тебя расспросим. Так, вопросы еще парочку штук, по-моему, там есть парочка десятков. Скажите, пожалуйста, а другие заключенные? Блин, тяжело попадать, когда курсора не видишь. Прогулки, да. Получишь кучу удовольствия. Отлично. Мой сосед Джордан, я думаю, Майкл Джордан, да? Твой поклонник. Он хорошо проводил время с твоим предшественником. Ну, а хорошо, посидим там, картишки порежемся. А где сейчас мой предшественник, сэр? В изоляторе. К сожалению, мы слишком поздно заметили, что происходит с этой парочкой. Знаешь, Джордан оказался здесь случайно. Он уважающий себя убийца, а не больной ублюдок вроде тебя. Нормально. У меня есть еще вопрос.
У меня есть еще вопрос. Не повторяйся. Можно задать вам вопрос про вашего коллегу, Сэм? И? Ваш коллега кажется очень приятным. Вот только без голубизны давай, без этой. Почему бы вам не брать с него пример? Вот шельма! Я введу тебя в курс дела! Офицер Смит может произвести впечатление крайне слабого человека. Но если ты думаешь, что он более мягок, чем я, ты ошибаешься. Смит получил 94 балла из 100 на экзамене. Знаешь почему? Потому что всегда выбирал самый зверский вариант ответа на каждый вопрос. Хм. Интересно. Он не производит такого впечатления, сэр. Когда я вспоминаю, что он сделал заключенным из Z-43 с помощью... Господи! Даже меня начинает тошнить! Он не настолько противный, этот чувак. Сижу в секторе у 9. Он проявлял слишком много энтузиазма. Так что, если ты боишься меня, а ты должен бежать, то его тебе стоит бояться еще больше. Он опасен. Вам не кажется, что он несколько нервный тип, сэр? Что ты имеешь в виду? Я сразу заметил, сэр. Трудно это пропустить. Ну, у него была травма. Из-за ублюдка вроде тебя. Осторожней с ним. Для твоей же пользы. Агент 768. Просто младенец по сравнению с ним. Это что за агент такой? 00768. Не пугай его. Его легко задеть. Я понял. Скажите, а вы... Вы не боитесь его сами, сэр? Боюсь? Я никого не боюсь. И уж точно, я не боюсь сотрудников. А чего бояться? Здесь только, ах, ручные. Только одного человека, Райт. И этот человек... О, так бойтесь и меня. Ау-ау-ау. Да. Ау. Сэр. Ау. Ты должен обращаться ко мне, сэр. Ау, сэр. Или я... Ау, сэр. Конечно, сэр. Так, все. Вопросов, походу, больше нет. Можно задать... И... Еще будут? Нет, больше нет. С тобой все в порядке. На выход, Райт. Проверка камеры. Это вот зверь этот пришел. Опять укладывает. А, голова рассечена, явно. Не стоит. Надо нассать в нее. Ну, ничего нету. В карманах. Пока он ползает, надо что-то туда запиндюрить явно. Фуражку он надевает ее. Это была дверь. Просто дверь. Что-то вы повторяетесь. Давайте присядем. Верхние камеры закрыты. Если я не ошибаюсь, сейчас откроются... Офицер, можно... Это что? Еще? Нет. Что, опять? Окей, проверь дверь и будь абсолютно спокоен. Ладно, дыши, окей? Опять проверка камер. Проверка камеры. Ясно. Короче, нам нужно погулять выйти. Не сидеть здесь. И сантехника там неинтересная. Он положил свой головной убор на кровать. Ну, я уже заметил это уже не раз. Он это делает постоянно. Это была две... Я не понимаю, что он делает. Наконец-то. Так. 111 зайти не можем. Куда мы можем вообще пройти-то? Туда. Давай иди. Здорово, Брэд. О, кетчуп надо взять. На обед у него бутылка кетчупа. Как? Ты бери. Ё-моё, ладно, привет. Надо поговорить, значит. Чё-то ты молчалив. Всё в порядке? Что тебе нужно, приятель? Меня зовут Питер. Питер Райт. Я только что прибыл. Ну да. Ну и что? Какое счастье, что они выпускают нас из наших камер хотя бы на 2 часа, верно? Как вас зовут?
Слушай, я не понял, ты хочешь со мной пообщаться? Да нет. Или, ну, может быть, да. Просто я еще... Я пока не очень освоился. В тюрьме? Да. Не волнуйся. Самое неприятное у тебя еще впереди. Спасибо, обнадежил. Звучит многообещающе. Ты уже был в Z-12? Z-12? Это где стоматолог? Да. Просто ужасно. Тогда просто подожди и посмотри, что с тобой еще произойдет. Хуже, чем у стоматолога? Ага. Больно? Ну да. Черт. Держись, приятель. Ты должен через это пройти. Я попробую. Ладно, а можно узнать кое-что? Что? Про эту тюрьму. Ага. Что это за тюрьма? То есть, ну, хоть курсор появился. Я никогда про нее не слышал. А изнутри напоминает Алькатрас. Здесь хуже, чем в Алькатрасе, братишка. Это тюрьма строгого режима для особо опасных преступников. Добро пожаловать в наш клуб. Особо опасно. Спасибо. И что это значит? Здесь сидят одни убийцы, маньяки и террористы. А тебя за что посадили? Я просто... Все понятно. Да, конечно, как и все мы здесь невиновны. Как и я, как и все остальные здесь. Все, что с нами произошло, одна большая судебная ошибка. Так суда ж даже не было. Эй, надзиратели, выпустите нас! Нам нужно идти, у нас назначена важная встреча! Да-да-да, я поддержу. Я хотел сказать, что я... Ладно, приятель, не вешай мне лапшу на уши. Ты здесь, и этому есть причина. Привыкай к этому. Тебе не выбраться отсюда. Круто. Кто-нибудь когда-нибудь убегал отсюда? Ну, конечно. 3 года назад один попытался. И что с ним? Оливер Рейдинг. Больной ублюдок. Несколько месяцев он копил маргарин. Потом как-то перелез через стену, обмазался им и попытался переплыть залив. А нахера маргарином? Ему это удалось? Ну, план у него был хорош. Слой маргарина защищал его от ледяной воды. И он был отличным пловцом. Но... Охранники стреляли в него и ранили. А потом они просто смотрели, как акулы разрывают его на куски. Ну, красавчик. Заключенный в маргарине. Акулы неплохо пообедали. Ну да, акулкам повезло. Ты знал его? Конечно. Он был поганым ублюдком. Если бы он не попал в зубы акул, я бы сам его прикончил. Не прикались. За что? Он был мне должен. Понимаю. Много денег? 2 куска хлеба, приятель. Ты что, и целых 2 куска хлеба? И целую пачку, нихера себе. Ты бы прикончил его за пачку сигарет? И 2 куска хлеба, парень. Прости, я забыл про хлеб. Ты поймешь. Ты научишься ценить 2 куска хлеба. Ясно. Что ты имеешь в виду не выбраться отсюда? Ты не выйдешь отсюда. Никогда. Если ты попал сюда, пути на волю нет, приятель. Отсюда тебя вынесут только вперед ногами. Круто. Есть. Ты не знаешь, что происходит в другом секторе, внизу? Ты имеешь в виду корпус У? Там происходит нечто особенное. Там пытают террористов. Думаю, там довольно неприятно. Они орут так, будто их там поджаривают на вертеле. Террористы. А как насчет следствия? Здесь что, нет судьи, чтобы проводить суд прямо в тюрьме? Какой суд? Судья? Господи, как ты наивен. Здесь нет судей, братишка. Суд над тобой уже состоялся. Видимо, ты этого просто не заметил. Меня не судили. Но они же сказали тебе, что тебя везут в тюрьму. Да, конечно, сказали. Вот это и был суд, приятель. Нормально. Тебе тоже придется туда спуститься. Нет, приятель. Я же говорил тебе, там только террористы. Невиновные ребята вроде меня получают право на льготное обслуживание. У меня билет 1 класса в ад. То есть ты просто отсидишь срок и все? Это означает, что меня просто повесят. Никто не станет надо мной физически издеваться. Здесь это называют массаж шеи. Это как выиграть в лотерею. Я чертовски везучий парень. Да, тебе повезло. Кто сейчас там, внизу? Знаешь что? Это тот самый парень, который сидел в твоей камере до тебя. Будем надеяться, что это неплохое предзнаменование. Они недолго его здесь продержали. И они чертовски спешили утащить его вниз. Ты знаешь, как его зовут? Его звали Торвальд. Ну, понятно. Или как-то так.
Он был здесь всего несколько дней, и все это время он орал на весь корпус какой-то бред. Кричал. И что же он кричал? Какую-то чушь про подслушивание, компьютеры и все в этом роде. Дерьмо. Террористическое дерьмо. И как он там внизу? Что там с ним? Отдыхает он не там. Не знаю, но это явно чертовски болезненно. Знаешь, внизу он продолжал выкрикивать какие-то лозунги, но скоро прекратил. Чего теперь будет? Оттуда доносятся только крики. Есть еще. Так, где остальные заключенные? А где остальные заключенные? Ну, тесно здесь не бывает. Серийных убийц и террористов вообще не так уж много. И к тому же они постоянно понижают количество заключенных. Ты хочешь сказать, они... Ага. Террористы обычно сидят здесь пару недель. Потом их отводят вниз. Некоторое время ты слышишь, как они кричат. А затем приходит конец. Конец? И куда же они делаются? Ясно, куда. Думаю, в заливе достаточно мест. Да, и служебных собак надо чем-то кормить. То есть... Они убивают всех террористов, а затем сбрасывают их в залив? Не знаю. Снимают с них шкурки перед этим. Может, тела где-нибудь складируют. В любом случае, больше, чем на две недели. Никто из них здесь не задерживался. Ну и я не могу поверить, что заключенных здесь убивают без суда. Почему это? Потому что это... Незаконно? Именно. Можешь пожаловаться адвокату или маме. Уверен, они тебе помогут. Удачи! Да. Можно... О себе расскажи. Расскажи немного о себе. Зачем это тебе? Хочешь сделать мне предложение? Нет, не надеюсь. Что-то... В конце концов, мы тут, видимо, застряли вместе. Да хватит ходить, блин, уже мельтешишь. Ты здесь давно? 3,5 года. Сначала я был в корпусе 17, но через несколько недель перевели сюда. Почему? Так, небольшие расхождения во мнениях с начальством. 3,5 года — это достаточно много. Чем же ты занимался? Обычное времяпрепровождение. Приседания, отжимания, драки во дворе, когда меня еще выводили на прогулку. Я даже занимался бизнесом, приятель. Ого. Моя тюремная страховка была довольно популярна. Тюремная страховка? Ну да, деньги за защиту, понимаешь? Но с тех пор, как меня перевели из корпуса 17, у меня не было клиентов. Что ты натворил? 15 убийств, 47 краж с обслугом, 28 нападений, 12 грабежей, 62 случая сознательного повреждения чужой собственности. Это все, что они смогли доказать. То есть, как так получилось? У меня была работа в Нижнем Иссаде. А, я знаю, когда я там они был. Роботизировали все заводы, мне пришлось переехать на окраину города. И я занялся страхованием. Ну, знаешь, ходишь от дома к дому. Добрый день, мэм, как у вас дела? У меня для вас отличные предложения. Да, конечно. И твой бизнес был не очень-то удачным, да? Первое время нет. А потом я понял, как можно увеличить прибыли. Увеличить спрос, понимаешь? Знаешь, страховка нужна только тем людям. Ну да, короче, он начал мучить. Боятся, что их могут обокрасть или вломиться в их дом. Боятся грабителей, смерти, несчастных случаев с их близкими. Боятся, что они лишатся пальцев, заболеют, ну и так далее. Страх – ключ к страховому бизнесу. Ну не зря, что он так страховой называется. Чтобы это понять. И тогда вы... Да, я стал их слегка подталкивать. Ты не поверишь, как быстро можно продать страховку человеку, который понимает, как опасна жизнь. С тобой могут случиться страшные вещи. Это ужасно. Нигде не чувствуешь себя в безопасности. Ты пожалел о том, что сделали? Почему это? То же самое могло случиться и со мной. Таких подонков, как я, полно. Они повсюду. Я дам тебе один совет, приятель. Если ты сможешь отсюда выбраться, в чем я сомневаюсь, никогда не открывай страховым агентом. Я запомню. Что с тобой будет здесь? Думаю, скоро придет мое время. Почему ты так думаешь? Ну, целых 2 года я пытался вести себя хорошо и за это получить какие-то поблажки.
Право на прогулку во дворе, на сигареты в камере, на кетчуп к этой отвратительной жратве. И, конечно, ничего ты не получил. Конечно, нет. От этих ублюдков дождешься. Но пару дней назад ко мне пришел Бартом и дал мне бутылку кетчуп. Он посоветовал мне растянуть удовольствие. Ты имеешь в виду, что они вроде как исполнили твое последнее желание? Я понимаю это именно так. Весьма печально. Ты действительно думаешь, что они тебя убьют? Конечно. И тебе не страшно? Вот что он так ходит туда-сюда? У меня хорошая страховка. Хорошая страховка. Можно... По поводу надзирателей. Ага. Что ты можешь сказать про офицера Смита? Офицер Смит? Мистер Любезность? Я не очень в этом уверен. Берегись, приятель. Он психопат. Здесь все об этом знают. Не дай ему обмануть тебя показной дружелюбностью. Что значит психопат? Самый отвратительный садист во всей тюрьме. Не считай, конечно, ребят из корпуса У. Даже Бартон его боится. Что же с ним не так? Классический случай маниакальной паранойи. С ним что-то произошло. Если бы я был на свободе, я бы за минуту продал ему страховку. Окей. Как следует себя вести в его смену? Веди себя естественно, и все будет в порядке. Но мой тебе совет. Никогда не пугай его. Обычно он довольно тихий. Но когда что-то его пугает... И что потом? Он становится... Есть две возможности. Либо он упадет в обморок, либо... Ну а второй возможности лучше не думать. Вы хотите сказать, что он применяет силу или что-то в этом роде? Слушай, давай не будем об этом. Я только что поел. Есть. Значит, его испугать надо. А что Бартон? А это... Это желтая крыса. Он всего лишь болтул. Не обращай внимания. Я так и понял. Иногда он действительно может напугать. Да-да, это всего лишь показуха. Так он пытается скрыть то, что он сам боится до смерти. Каждый рабочий день — суровые испытания для него. Ну здесь да, в таком месте. Здесь в корпусе он изображает из себя жестокого надзирателя, но на самом деле он всего лишь перепуганный парнишка. Но почему? Понаблюдай за этими ребятами. Ты увидишь, что психи здесь не только за решеткой. Можно Я хотел спросить кое о чем. Не хочешь спуститься со мной вниз, во двор? Мне необходимо подышать свежим воздухом. И это хождение туда-сюда по клетке тоже не очень здорово. По крайней мере, в долговременной перспективе. Все равно мы не выйдем отсюда вместе. Только по одному. Я первым. Окей. Можно занять у тебя кусок хлеба? Я уже съел свой. Извини, приятель. Он мне нужен. Подожди, пока не наступит время следующей еды. А кетчупчику? Можно попросить у тебя немного кетчупа. Эй, братишка, это особая привилегия. Ее нужно заработать. Понадобится года два. Кетчуп — это привилегия? Конечно. Это настоящая роскошь. Круто. Два чертовых года я вел себя как шелковый. И все, что я получил... Жалкая бутылка кетчупа. Невероятно, да? Ну. Но на самом деле, ты научишься ценить такие вещи. После двух лет на черстом хлебе и жидком супе, кетчуп становится для тебя деликатесом. Ясно, короче, мы у него все поспрашивали. Идем дальше. Хера себе. Во дворик спустимся. Чё там интересно творится? Ну, как видите, загремели в тюрячку нахрен. Неудивительно взорвать эту хрень. Прекрасно небо. Воздух. Как прекрасно снова быть на воздухе и не видеть хорошо. По крайней мере, не над головой. Небо в клеточку. Так, сорока. Он довольно мягкий. Хлебушка ему надо.
Он, Сорока. То здесь нихера никого нет. Так, осветители. Деревце. Ну вот через него мы и перелезем, я так понимаю. Смотровая вышка. Либо в наблюдательной башне никого нет, либо они установили там комбота. И поэтому я никого не вижу. Комбот, комбата. Комбат, батяня, батя. Эх, не допрыгнешь. Отлично. Давай еще раз. Да я не дотрагивался до стены. Ща побегаем здесь вокруг. Потому что нихера здесь нету. В общем, ясно. Бляха, и заключенных вообще нет. Ладно, пойдем. В тюрячку. Больше-то некуда. Наверное, побазарили, в принципе, и уже... Так, стоп. Что там это моргает? Давайте-ка глянем. Птичка опять появляется. Ну, короче, ей нужно хлебушка насыпать, натырить. Ясно, не просто так. Присядем сейчас, и как-то нужно стырить у него кетчуп. Блин, он там все еще ходит, скотина. Так, Брэд. А, ну это что мы есть. Сюда я никуда не могу. Ну ладно, заходим в камеру, садимся. Больше нам... А, о, хлеб. Лучше убрать это в карман, иначе при проверке его могут конфисковать. Хорошо. Кусочек хлеба из моей неприкосновенности. Хорошо, идем к тетяшке. Хера она нам надо, я не знаю. Так, ты хлеба не хочешь? Привет, брат. Ну-ка. У меня... О. Ясно, не хочет. Сейчас пойдем покрышим. Птичку-то возьмем. У нас привык уже главный герой носить птичку. Тогда этого курлыка носил, голубка. Сейчас будем носить сорочку. Сорочку, блин. Так, ну-ка. Иди пожри. Тупая сорока, сейчас полезешь в карман. Глянь. Глянь какой, цып-цыпа. Пойдем. А нахера ты ее выпустил? Блин. Может быть нам его... На дерево применить эту цып-цыпу нужно. Может, ему привязать, наверное, что-то надо. Но где я возьму какую веревку, я не знаю. На-ка, пожри. Наверное, надо к нему веревку. Блин, где взять веревку? Что, веревки никакой нигде нету, ничего. Это печально. Другая мышка. Стоп, а... Либо в наблюдатель, либо... Стену вокруг двору. Ой, ладно, ладно, успокойся. Стена выглядит неприступной. Ясно. Так, а здесь деревце должно, да? Угу.
Все понятно. Где же взять рюк? Все, блин. Так, ну хлебушек я нашел. Хорошо, что это не сладкий хлебушек. Так. Да, сиську-масиську выпускаем. Возвращаемся, садимся. Все, главное, там хлеб лежит. Так, Бретту хлеб не нужен. Ладно, присядем, посмотрим, что будет. Деревянная кровать. Давайте ему хлебушка сыпанем. Верхние камеры закрыты. Если я не ошибаюсь... Офицер, можно с вами переговорить? Очень коротко. Это начинает входить у тебя в привычку. Райт, ты действуешь мне на нервы. Да, стараемся. Что не так? Да блин. Еще. Нет, больше. Хорошо. На выход, Райт. Проверка камеры. Шайте. Проверю. Голова. Нихера. Поджопника ему дать. О, гляньте, пока он проверяет, можно. Короче, ребят. Я сломал игру. Можно переключиться было, когда он. Да. Да что ж ты будешь делать-то, а? Нет. Ой, ну ладно, я думаю, на этом мы, в принципе, закончим. Попали здесь, присели. Вот, надеюсь, ребят, понравилось. С вами был Юра. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.